Всем привет, ребята! Это не просто ведро. Смотрите, в ней звери. Это, я не знаю, кто это такой. Похож на бычка, нужно посмотреть. Это речной житель. Может быть, какой-то этот пескарь или кто это. В общем, был на рыбалке только что вот с утра. Этих двух товарищей оставил, остальных я выпустил. Попробую их поселить в аквариум. Посмотрим, что из этого выйдет. Буквально минут 20 я тут разбавил с аквариумной водой. Сейчас запущу их. Не знаю, может они пожрут всех у меня тетр, амант или еще кого-то. Ну, посмотрим. Люблю эксперименты. Так, надо их изловить. Вот, смотрите, вот такое вот чудо. Барракуда. Опа. Погнал. Ого, он большой. Но этот может рыб пожрать. Ладно, посмотрим. Следующий, иди сюда. Кент там твой тебя ждет. Опа. И сразу панда на разведку. Что это такое? Это судак какой-то, что ли? Так он у меня вообще-то пожрет всех. Напишите мне, пожалуйста, кто это. Так, вон второй. Понаблюдаем. Ну все, поплыл. В укрытие поплыл. Сейчас они освоятся. Она засвечивает. Вот этот сидит пока. Пока что, я так понимаю, они в шоке. Сейчас пройдет время. Они привыкнут. Я сейчас свет выключу в аквариуме. А позже включу, посмотрим.